Есть понятие рабства и есть понятие свободы. Да? Это понятно, да? В древнем мире, в общем-то, было все достаточно прозаично. Когда говорили о рабах, понимали быстро, о ком идет речь, и понимали, в чем рабство заключается, как оно выглядит, как выглядит жизнь раба, какие права у него, обязанности и так далее и тому подобное. На сегодняшний день, в общем-то, живя в нашем обществе, мы не совсем понимаем жизнь рабов. Или понимаем? Когда вы последний раз видели раба? Видели когда-нибудь? Ну, я какие-то странные... Видели в кино. В кино видели. А в жизни когда вы последний раз видели раба? Никогда. Никогда. Зря вы так думаете, потому что вон там их куча на улице ходит. Толпами, да. Которые рабами себя не считают, но при этом они являются рабами греха. Итак. Иисус сказал, Иешуа говорит к слушающим его евреям и уверовавшим в евреям, он говорит, послушайте, хочу вам сообщить, делающий грех, что? Раб греха. Есть раб греха. И евреи с ним быстро согласились. Нет. Говорят, нет, Иешуа. Что они ему ответили? Мы не были рабами никогда и никому. Кстати, если кто-то захочет прочитать, это история из Евангелия от Иоанна, 8 глава. Знаменито, не надо сейчас открывать, нас будет интересовать, как вы помните Писание. Знаменитое место, в общем-то, вы легко его процитируете, я уверен. Да? Проверяю. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Молодцы, мои хорошие. А до этого что было написано? Ну, уже кто-то помнит. Так. Ну, говорит, сказал Иисус к верующим в Него иудеям. Если прибудете в Слове Моем, истину Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Спасибо, помните. И, в общем-то, это высказывание, мягко говоря, возмутило. И он говорит, мы не были рабами никогда и никому, соответственно. О чем ты говоришь? Ну, и вы же помните, я задаю провокационные вопросы. Он говорил о духовном рабстве, а они с ним говорили о каком рабстве? Вы помните, да, что я задаю вопросы провокационные. Хорошо. А о каком рабстве они говорили? Духовном и физическом. Нет, они говорили либо о духовном, либо о физическом. Он о духовном, а они? О физическом. Что, передумал? Можно передумать, можно, пожалуйста. Вы же в Седере принимали участие? Нет. А еще нет, да. Вот если вы будете принимать участие в Седере, там есть такое странное выражение. Говорит, рабами мы были. Да, есть песня. Теперь свободны. Так они о каком рабстве говорили, извините? Духовно. Рабами они были? Были. В Египте кем евреи были? Рабами. В Вавилонском пленении? Рабами. В Ассирийском? Извините меня, в греческом, а в римском на тот момент времени их тоже поработили. То есть, когда шла речь, в общем-то, они говорили об одном и том же. Но я предупреждал, что я коварные вопросы задаю, и первый попавшийся ответ, сбивший всех остальных. Ты понимаешь, если бы ты правильно ответил, все бы остальные потом правильно отвечали. А так все равнялись на тебя. Итак. А Иисус говорит о неком рабстве, с которым, в общем-то, они не были согласны. Не будем долго разбирать это место Писания. Но вот что интересно. Нас будет интересовать исход из Египта, нас будет интересовать
исход в плане искупления и понятие искупления, которое было открыто евреям в исходе. Нас это все будет интересовать. Но Иисус говорит о очень специфическом рабстве под названием рабство греха. Поскольку грех что-то делает, то мы имеем некие последствия совершенного поступка под названием грех. У нас же была тема грех, по-моему, да? Да. Смерть, смертность. Смерть, смертность. Грех, то есть там, ну, одно из последствий греха – это смерть, да? Одно из последствий греха, давайте разберем, какие последствия у нас есть после греха. Он приводит к некоторому перечню последствий. Первое последствие, которое мы вспомнили, это какое? Еще есть последствия? Болезнь. Не всегда. Последствия. Да, можно сказать, следствие греха, некие события, которые негативные могут произойти в жизни человека в результате того, что он сделал. Но мы можем привести все это опять к слову смерть. Ну, физические последствия, трудно их описать. Ну да, есть некие последствия, но самое большое последствие, смерть, она будет вбирать все неприятности, по большому счету, так, совокупно и покрывать. Еще какие последствия? Наказание. Смерть. 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 Спасибо. Какой умный, да? Мы разбирали тему чистоты. И грех, он приносит нечистоту. И еще одно последнее, которое звучало, с чего мы начинали. Не-не-не, это, о, спасибо, громко. Рабство. Рабство. Смерть, нечистота и рабство. Тогда, когда мы будем говорить о восстановлении, да? Чего мы хотим? Если мы попали в смерть, в нечистоту и рабство, чего мы хотим? Перейти от смерти в жизнь, очищение и свободу от рабства. И это все можно будет сказать под словом искупление. Но на самом деле вот это будет искупление, а это будет уже... Переход от смерти в жизнь, это будет очищение и искупление. Понятно, да? То есть, нечто приходит в нашу жизнь вследствие греха. И если человек осознает последствия, то он будет искать освобождение в этих трех областях. Ну, по идее, должен. С евреями было все просто, у нас несколько процедур сложнее. Ну, у них прощение, очищение, искупление могло происходить в различное время, в различных местах. В связи с этим они хорошо понимали, в каком месте что происходит. А у нас... Каюсь, каюсь, отрекаюсь, Святым Духом. Вроде как бы все получили сразу, что получили, непонятно еще. Ясно, да? Ну, главное, знаешь, что запомнить? Каюсь, каюсь, отрекаюсь. Правильный ответ Иисус Христос. Тут главное правильный ответ знать. Знаешь, Иисус Христос, все. Сразу ответил правильно. Итак, все это благодаря жертве Христа, жертве Ишуа.
Итак, мои хорошие, мы с вами, если мне помнится, разбирали тему, какая разница между очищением и освящением. Что такое чистота и что такое святость? И повторяю еще раз вопрос. Не что есть такое, сейчас я спрашиваю, а какая разница? Кто может мне объяснить разницу между чистотой и святостью? Ты можешь? Ну, стоп, секундочку. Ты можешь или нет? Ну хорошо, ну быстрее, да нет. Попробовать. Не надо, хорошо, спасибо. Меня интересует, можешь, хорошо, все отлично. Кто дальше? Кто может? Но, одно сделал Господь, а другое наша участь. Бог нас. Я спросил не кто что делал, я спросил какая разница. Ну, то от нас, а это от Бога. Хорошо, что от нас? Святость. Угу. А что от него? Ой, очищение, а святость от него. Я не понял, еще он раз. Он нас отделил. Свято очищение. Угу. Это его. А очищение – это наша задача, принести к нему. Не понял, хорошо. Наоборот, святость. Хорошо, наоборот. Я понял, хорошо. Я понял. Вы говорите, кто чем занимается, а я спрошу, какая разница? Не надо смотреть туда, там ничего не происходит. Смотрите сюда. Или вы думаете, что я вас сейчас буду спрашивать? Не бойтесь, я не буду. Я их спрашиваю, потому что они это слушали, а вы же первый раз. Ну, поэтому я их мучаю сегодня, вас не буду. Вас будем завтра мучить. Что вы улыбаетесь? Какая разница? Что? Тоже нет? Я так же, как и они, думаю. О чем? Один сказал так, а другой сказал наоборот. А ты так же, как они, это как? Я просто хотел. Святость отделенная от Бога, а очищение. Я напоминаю. Да, разница. Я не спрашивал, что есть что. Тут бы было все просто. Я спросил, какая разница. Да. Один процесс постоянный, а другой периодический. Еще раз. Один процесс постоянный, другой периодический. Это первое, с чего мы начинали. Первое, с чего мы начинали. Мы проводили разницу. Один процесс, в котором вы должны принимать активное, постоянное участие. Второй процесс, нужда в котором возникает у вас периодически. Не постоянно, периодически. Нужда, в котором возникает с определенной цикличностью. Да, цикличность может быть достаточно короткая, но все равно этот процесс не постоянный, а циклический. Какой из них какой? Какой постоянный процесс? Освящение. Или святость, которую вы должны хранить. Отделить себя для Бога. Это вопрос постоянный и вопрос вашей ответственности. Вот здесь вопрос вашей ответственности, а не Бога. Бог уже вас отделил. Вот в этом состоянии кто должен вас хранить? Он, да, он во всем виноват. Ну да, да, Духа Святого. Ну еще раз, кто, ответственность чья? Наша. Наша, а может не наша, а моя. Моя, спасибо, да, моя ответственность, в которой Дух Святой вам что делает? Помогает. Он за это не отвечает, он помогает. И поэтому, когда вы не справляетесь, то виноват не он, а я. Понятно, да? А то если он за все отвечает, то он во всем и виноват. А так ответственность моя, а он мне в ней помогает. Вот когда вы не справились со своей ответственностью, и, в общем-то, столкнулись с тем, что называется нечистота или осквернение, вот тогда вам нужно идти к тому, кто очищает, потому что сами вы себя очистить, извините меня, не в состоянии. Да, и он пришел и очистил нашу совесть краплением крови от порочных дел, от порочных мыслей. Краплением крови он нас очистил. Кстати, так, на всякий случай, в храме ничего кровью не мыли.
Да, лили под жертвенник, могли выливать под жертвенник. Но когда мы омыты, ну, некоторые песни поют, что он омыл нас, ну, получается, что какое-то странное действие, я не понимаю, как это. Вылил крови? Сейчас понятно, о чем я говорю? Mm-hmm. Да, ну, кровью кропят, а не моют. Я бы не переходил к столь категоричным утверждениям, потому что придется скоро это делать. Ну, опять, в причастии мы употребляем что? Кровь. Если мы употребляем символ, то есть некоторая проблема с этим. Жизнь находится где? В крови или в символе? Если мы принимаем кровь, то мы принимаем жизнь Христа. А если мы принимаем символ, там у кого-то что-то гудит. Так сами сказали, на вибратор поставь. Ну хорошо, теперь же мы будем служить. Раньше была хоть музыка какая-то нормальная, можно было там потанцевать, я не знаю, что-то сделать. А это гудит, ничего с ним сделать нельзя. Итак, здесь все понятно пока? Что-то мы еще говорили о чистоте, что это понятие неразрывно связанное с кем? С жертвой. Еще немножко. С Богом. С Богом, спасибо. Он сегодня вот кто у меня правильный ответ дает. Но, правда, играет в угадай мелодию сейчас со второго раза. Итак. Чистота – это понятие, неразрывно связанное с Богом. Это понятие, пришедшее с небес. Это не имеет никакого отношения к понятию гигиены. Тут понятно? Чистота – понятие, пришедшее от Творца, никакого отношения к гигиене не имеет. Знаем также, что кошерное еще не обозначает чистое. Какая разница между кошерным и чистым? Согласен, и какая же мир? Это как бы то, что там животное, которое по Писанию написано, вот такое-то, такое-то, оно будет, но оно чистым является. Нет, если брать там, как написано по Писанию. Я не при делах. А в Писании есть слово кошер? Нет. Так какое животное тогда? Чистое. Ну, тахор. Чистое, да. Тахор, да, окей. Ну. Кошерное – это то, что когда его там уже обрабатывают или как там его... Не, подождите, животное кошерное, прежде чем его начинают обрабатывать? Mm-hmm. Да, да. А вот так вот, барашек – это кошерное животное. Чистое – это ритуальное, дает ритуальное, а кошерное – это... Ничего подобного, я же просто спросил, в чем разница? Нет, есть. Нет, разницы. Разница есть, вот только какая? Ну, два разных слова. Кошерное – это человеческое понятие, чистота. Да, кошерное – это человеческое понятие, абсолютно точно, да. Но оно что-то обозначает? То, что написано в Писании, то есть перечень того животного. Нет, ничего подобного. То, что описано в Писании, это тахор, это чистое. А вот кошер, что такое? Человеческое? Нет. На благословенное? Нет. Отделенное? Уже было. Это уже было. Уже было, уже не прошло по конкурсу. Или вы думаете, что если раза три попробую, то пройдет? Мы это проходили на стадии.
Я что, мы же это время посвящаем всему тому, что мы уже проходили. Мы же ничего нового не придумали. Типа проверенное животное. Ну, уже рядом, уже почти. Ну, это шуравин благословит. Нет. Специальные ритуалы. Да я понимаю, что это значит. Сдаемся. Быстро вы как-то в этот раз. Пригодное. А, пригодное. Ах, да, вот, что ж такое, все на языке. Кошерное – это значит пригодное. То есть животное пригодное к употреблению в пищу. Причем кошерными могут быть поступки, может быть одежда, поведение. Вот поступки, поведение, они тоже могут быть кошерными или не кошерными. Понятно, да? То есть это то, что пригодно. И это понятие было внесено раввинами для того, чтобы заменить понятие чистое, тахор. И мы говорили с вами о том, что вид животных, к примеру, барашек, он теоретически кошерный, а конкретный баран точно не чист. Почему? Потому что... Почему? Конкретно. И почему? За барана еще жертву приносить? За барана тоже жертву надо приносить? Потому что мы не знаем, что это за барана. Да, если посмотреть ему в лицо... Кто его знает, что это? Еще варианты какие будут? Ну, храма нету. Так, еще. Теперь храма нет, еще чего нету? Ну, жертвенника нет. Жертвенника нету. Мои хорошие, для восстановления служения не нужен храм. Храм нужен только на один праздник фактически. На Йом-Кипур. На Йом-Кипур нужен храм. А так достаточно было жертвенников во дворе храма. Для всех остальных действований достаточно было жертвенника. А для некоторых праздников даже, извините меня, храм и жертвенник тоже не нужен. Ну да, это для каких? Песах не нужен? Спокойно, не надо горячиться. На Песах нужно было приходить в храм. А я сказал, какие-то праздники есть, на которые в храм приходить не обязательно. Шаббат, бинго! На шаббат надо было приходить в храм? Нет. На шаббат можно было. Ханука удивительный праздник, но он учрежден был людьми. Пурим тоже был учрежден людьми. Они встречаются в Библии. Ну, в данном случае... В канонической Библии встречается праздник Хануки. Или нет? Молодец, встречается в Евангелии от Иоанна. Праздник Хануки встречается. Ну и в апокрифической Библии это книги Маковейские. Да? Ну и Пурим, понятно, тоже мы встречаем в Танахе. Этот праздник мы встречаем. Отдельная книга посвящена у нас этому празднику. Отлично. Итак, разобрались, да? То есть не для всех праздников нужен храм и жертвенник. Но источником чистоты, мы говорили, безусловно, служил жертвенник. Да? И поскольку первенцы из скота не приносились в жертву, десятина со скота не отделялась, весь скот становился автоматически нечистым. Первые плоды, отсутствие десятины с урожая, весь урожай делало нечистым. И есть еще одна традиция, которая не описана в Писании, но мы знаем о том, что во времена второго храма она присутствовала, возлияние воды под жертвенник на праздник какой? Суккот. И говорили, что если вода не возливается под жертвенник, то вся вода становится
нечистым. Черпали в источниках Силаама, внесли с песнями радостными и выливали ее под жертвенник. Черпали, говорит, из источников спасения. И говорили о том, что тот, кто не видел процессии возлияния воды на Суккот, тот не знает, как выглядит радость. Для того, чтобы познакомиться с радостью, надо было участвовать в этом процессе. Вот тогда бы вы знали, что такое настоящая радость. Суккот – это праздник кого? Шалаша. Кого, я спросил? Всех народов. Это все народы будут приходить на Суккот. А я спросил, кому принадлежит этот праздник? Чего они так радовались? Это понятно. Нет. Нет. Вот я, ну, хотя правильный ответ, ну да, конечно. Но сейчас не об этом. Кого это праздник? Евреев. Да я понимаю, что все вообще это праздники евреев. Ну, кого? А качество должно. Чего не радовались? Нет. Мои хорошие. А что, мы у вас с вами не учили покаяние в свете осенних праздников? Нет. Уже не было у нас темы покаяния в свете осенних праздников? Праздник. Было, вот. Было, наверное. Да, я понял, хорошо, ладно. Хорошо, ладно, не будем спорить. Ну хорошо, покаяние в свете осенних праздников. Это праздник искупленных. Это праздник искупленных. Чего не радовались? После Йом-Кипура. Через 4 дня радость-то чему была посвящена? Они были искуплены, жертва была принята, грехи их были прощены, грехи неведения были прощены. И они, собственно говоря, радовались. Это профессиональный праздник искупленных. И мы с вами говорили, чего должны делать искупленные? Еще? Ну, можно процитировать Новый Завет, я еще раз говорю, радуйтесь. Ну, а что еще после того, как они порадовались, они должны были делать? Мы говорим сейчас, да, понятно, кущи построили дальше. Мы говорим о евреях, что они должны были делать? Что входило в прямую обязанность искупленных? Жертву какую? Да, отлично. Что у нас сегодня, угадай мелодию, не проходит. Ну-ну. Мои хорошие, вы не поняли. Я, ладно, хорошо, я еще раз попробую объяснить вам. Предположим, вы искуплены. У вас есть определенная ответственность в связи с тем, что вы искуплены. Так, какая у вас ответственность? Идти научить. Ну, или ходатайствовать. За народы. За не искупленных. Спасибо большое. Наконец-то мы выяснили. Прямая ответственность искупленных ходатайствует за неискупленных. Евреи приносили 70 жертв по числу народов земли. Тех, кто пережил искупление, приносили за жертву, за тех, кто не пережил искупление. Прямая ответственность искупленных ходатайствует за неискупленных. Ну все ж просто, значит, что вы так, вы же все знаете. Или мы об этом не говорили? Ну, некоторые слышали. Но, по-моему, я проповедовал, кстати, вообще не на эту тему. Если не учил, то проповедовал точно. Хорошо. Вроде разобрались. Так? Тут все понятно? 70 жертв по числу народов земли. Знаете, почему 70? Почему народов на земле 70? Очень правильное, мудрое замечание. Мы тогда говорили, что когда выходили, сколько там было? Еще раз. 70 по одной простой причине. Потому что когда Бог отделял народы, Он отделял их по числу сынов Израиля.
когда Израиля еще не было. Но когда он разделял народы, он разделял их по числу сынов Израиля. Шо-шо-шо? Ну, 70. Есть разные цифры. Есть 70, есть 72, есть 75. Сейчас, окей. Я понял, что вы продвинутый пользователь. Но есть разные цифры. В данном случае цифру считают 70. Традиция говорит 70. Во всяком случае, когда жертв приносили, говорят, что их было 70. Не 72, не 75, их говорят, 70 было. Это 71. Хорошо, ладно, не будем спорить сейчас. Без кого это было, потом выясните. Главное, что вы мне завтра скажете, где это написано. Шо-шо-шо? Да-да. Хорошо, договорились, я не забуду. Итак, понятно, да? Это удивительная часть. Это удивительная часть, которая касается исполнения пророчеств. Но это было не пророчество, это была констатация факта. На самом деле, мы об этом узнали немножко позже. Нам сообщили, потому что уже их тогда поделили, а потом уже появилось количество сынов. Но когда появилось количество сынов, то выяснилось, что количество народов соответствует количеству сынов. Что непонятно? Вас это радует. Хорошо. Итак. История нашего народа неразрывно связана с событиями, связанными с исходом из земли Египта. События, которые были и связаны были с вхождением в землю, это пророчество, данное кому? Кому? Аврааму. Правильно, это пророчество, данное Аврааму. Где это написано? Нет. 15, да. Матфея 15 глава. Там говорится о том, что потомки твоими будут в земле не своей, да? Сколько они были в Египте у нас по счету? Лет. Не дней. Дни считать и месяца не будем. Обойдемся количеством 400. Хорошо. Сколько? Потомки Авраама были в земле египетской? Ну, там 430. Спасибо. Нет, там еще другая цифра. Нет, за 430 он... До вас еще не дошла очередь. Не мешайте нам развлекаться. 430. Тебе больше нравится эта цифра? Хорошо. Вас я спрошу. Пророчество за 430. 400. 7-8, где-то 250. Не знаю, думаю, что где-то 400. Хорошо. 420, супер. Некоторые конспекты проверяют правильно. Не, мы считали как-то там по-другому. Согласен. Там от 400. Отлично. 430. 250 цифра больше понравилась. Два ответа правильно, просто как считать. Два ответа правильно. 400 и 430. Нет, не 400, не 430, неправильно. 150. Отлично. Там где-то 270. 270. Это еще одна цифра. Знаете, в чем проблема? В том, что вы сами не тренировались. Да, мы вам поверили. Да, мы считали все вместе, да, я все места Писания вам писал и объяснял, каким образом мы получали эту циферку, но ни циферки, ни мест Писания. Вы хотите угадать? Нет. Откуда вы взяли цифру 400? Это за 430 лет Аврааму было дано это пророчество. Ничего подобного. Да вот где? Вот я не помню, читал. В Женевской Библии. На днях читал. За 400 лет будет рабами в Египте. Даже в Монте. Я бы не говорил, не горчился. Там, по-моему, Стефан говорил. Ну, 400 лет, на самом деле, это
15 глава книги Бытие. Говорите, Стефана, это 7 глава. Только Деяния уже. Есть там? 400? Да. А откройте ко мне Исход, 12 главу, 40, по-моему, 41 стих. Да. 430, абсолютно верно. Да. Да. И в Египте они были 210. Вот, ну да. Только завтра мне расскажете, как вы пришли к этой цифре. Все равно, правильный ответ 210. Вот, знаешь, как вот в учебнике есть правильный ответ, с чем сличать. Вот чтобы вам было проще сличать, 210 правильный ответ. Объяснить, почему 210? Ну что тут непонятно? Что все легко и просто. Там по возрасту. Четвертое поколение, да. По возрасту считали, да. Теперь это надо все освежить в памяти, у вас это будет все легко. Что вы с таким ужасом на меня смотрите? Это в Библии все написано. Это других источников не надо, потому что если вы залезете в другие источники, могут быть сложности. Вы придете с ответом 215. Есть некоторые подсчеты, которые говорят о 215, но это надо поискать другие комментарии. Отлично, да? Запомнили, да? Да. Домашнее задание запомнили? Да. Ну вы же помните, что может быть, если вы не сделаете завтра домашнего задания? Да. Наказание. Ну конечно, да. Это же вы уже не собираетесь уже этого делать, да? Я правильно понял, что вы хотите сразу узнать, на что вы идете? Ну, вы потом подойдите ко мне, я вам расскажу. Я вам скажу весь список вопросов, на которые надо будет найти ответ для того, чтобы выяснить это. Подсчет будет непростой, сразу предупреждаю. Надо будет знать некое родословие потомков Авраама. Нет, лучше Библию читать, путь к жизни. Итак, все понятно, да? Давайте тогда с этим счастливым настроением в предвкушении поиска отправимся на перерыв и потом продолжим.